Всем привет, с вами Денисыч, и я сейчас снимаю на новую камеру Fujifilm X-T4. Я буквально только что ее взял. Надеюсь, вы заметили разницу в картинке, то, что она будет очень отличаться. Я это на это надеюсь, потому что камера очень классная. И я хотел бы с вами поделиться своими эмоциями, как же долго я шел к этому, чтобы все-таки снимать очень качественные видеоролики. А эта камера снимает очень качественно, поэтому хотелось бы, чтобы вы написали в комментариях свое мнение, качественно или нет. Так что обязательно пишем, я все комментарии читаю, хотя не отвечаю, возможно, вы обижаетесь на это, но я абсолютно все комментарии читаю, так что обязательно пишем. Конечно же, сейчас же вам покажу Мирану, Майю, вы ждете их, когда я буду снимать, когда я буду вам показывать, также буду снимать других собак. В общем, посмотрите, скажите свое мнение, понравится вам или нет, а я думаю, что должно быть все хорошо. Давайте хотя бы маленько вам изначально покажу, как эта камера снимает. Вот смотрите, как работает стабилизация, как вам, идем по улице. Идем, в принципе, медленно. Мирана рядом. Ты куда бежишь? За львом бежишь? Попробуем прибежаться. Мирана в фокусе. Мирана. Миране интересно, что там. Кто там, Миран? А, Миран, кто там? Собаки другие? Собаки другие бегают. Бежали куда-то они от тебя. Домой. Опять. Он зовет собачку. Миран, не тебя же зовут. Куда пошла ты? Где-то там собаки. Вон они бегают. Миране все интересно. Смотрите, какая красивая собака. Он бежит, Соня бежит, тоже девочка. Все, пошла домой, Мирана. Вот так вот работает автофокус по лицу. Просто такой зеленый квадратик, и он следит за глазами. Просто глаза видит. У нас Мирана. Взяли только Мирану, потому что неудобно с двумя собаками, тем более с камерой. Тем более я еще не умею ей пользоваться, так на автоматических настройках все снимаю. Поэтому взял пока что только Мирану, а Майя пока что у нас находится в вольере. Но так мы каждый день с ними гуляем, как вы знаете. А Мираш, он сидит на рампе и ждет команды, когда я скажу: Миран, иди гуляй, иди гуляй. Побежала. Покажи, что ты умеешь. Ай, Миран, иди сюда. Прыжок. Хорошо, молодец. Мирана. Хорошо. Молодец. Хорошо. Миран. Молодец. И давайте маленько расскажу, как я пришел все-таки к вот этой камере. Первая камера была у меня Panasonic. Это видеокамера. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Довольно-таки хорошая камера. Изначально я Мирану снимал, как я ее забирал, все. Довольно-таки хорошо она снимает и в темноте, и днем. Просто компактно взял, рюкзак положил, открыл экранчик, включил запись, все, снимаешь. Качество HD, Full HD, да, качество очень хорошее. Это Panasonic HC770. Если вы не знаете, какую первую камеру себе взять, то берите ее, потому не пожалеете, очень качественно снимает. Вы можете посмотреть мои первые видеоролики, так что, если вы не знаете, то берите ее. После я взял камеру GoPro,
на которой вот совсем недавно, это зимой было. Она пишет очень качественные видеоролики, тоже 4К, но у нее большой угол. И нельзя зумить, то есть приближать, отдалять очень плохо. Поэтому я подумал о том, что надо взять какую-нибудь зеркальную камеру, чтобы размывался фон, чтобы очень качественно было тоже снимать. Допустим, если я снимаю с рук, то чтобы была очень качественная картинка, можно было приближать, отдалять. И я рассматривал Sony A7 III. Я делал как-то в сообществе опрос, и вы все были за нее. Но посмотрев ее характеристики, она еще 2 года назад была выпущена. 2 года назад, 2 года камере, она в 2018 году была выпущена. Она довольно-таки старая, но она примерно похожа на вот это Fujifilm X-T4. Но у нее нету откидного экрана. А я снимаю чаще всего себя, ну или собак, то мне нужен, конечно же, откидной экран, чтобы видеть себя. Вот сейчас смотрю в откидной экран и вижу то, что я в фокусе нахожусь. Поэтому я подумал, что все-таки я возьму Fujifilm, тем более она пишет очень качественные видео в плане того, что можно снимать какие-нибудь даже рекламные видеоролики, либо какие-нибудь клипы. То есть вот у меня недавно, кстати, вышел клип. Если вы еще не видели его, переходите. Клип называется «Ротвейлер по району». Но мы снимали не на эту камеру, мы снимали на Canon. 250D вроде, точно не помню, извините. Вроде бы такая камера была. Меня снимал другой человек, оператор. Вот, у него была эта камера. А на эту камеру мы будем писать очень качественные видеоролики. Планируем снимать какие-нибудь типа фильмов, либо сериалов. Про собак, конечно же, вы любите собак, вы поэтому подписаны на этот канал, поэтому все будет про животных, так что не расстраивайтесь. Также клип был про собаку, ротвейлер. Конечно, был очень сложный выбор между Сонькой и Фьюджи. У Соньки дорогие объективы, но они примерно такие же, как у Fujifilm. Но Fujifilm очень, так сказать, очень много настроек, и также тут есть 10-битное видео. Вефлоги снимать. Можно просто снимать вефлоги, потом кидать на какой-нибудь премьер, и после этого делать цветокоррекцию. Очень классно получается, но надо очень сильно заморачиваться по этому поводу. Поэтому я поставил стандартную киношную пленку. То есть тут есть в Fujifilm пленки разные. Она изначально выпускает такие камеры. И то есть поставил одни настройки, как я сейчас в кино, допустим, и снимаешь, ходишь. То есть вообще запариваться не надо. Я снимаю тем более влоги, не какие-то там проекты большие. А если будем снимать что-то интересное, там фильмы, то, конечно же, я буду нанимать человека, который будет хорошо монтировать и хорошо снимать. На данный момент, когда я купил камеру, она стоит сейчас 176 тысяч. И плюс мне в подарок пришла карта памяти на 512 гигабайт. Вот сейчас я на нее и пишу. Довольно-таки дорого, да, я согласен. Очень дорого даже, чтобы снимать обычные блоги какие-то на ютубе. Поэтому, я думаю, что вот я буду снимать там всякие клипы, фильмы, сериалы. Поэтому эта камера очень хорошо пригодится в плане этого. Так что надеюсь, вы меня поддержите. Конечно же, поставите большой палец вверх, подпишитесь на канал, потому что затрат очень много. Отдачи почти, есть отдача уже, но небольшая. Надеюсь, скоро наберем 50 тысяч подписчиков, потому что у нас сейчас 47. И мы устроим стрим, конечно же, с вами пообщаемся. Так что, если ты не знаешь, что выбрать, какую камеру купить, изначально покупай Panasonic. Видеокамера, она очень компактная. Либо сейчас вышла Canon M50, тоже хорошая, без зеркалка, как Fujifilm. Но Fujifilm, конечно, более качественный, более дорогой. Поэтому что-то бюджетное бери, вот, можешь взять Canon M50. Если ты зашел ради этого, чтобы узнать, какую камеру тебе купить. Она где-то 45 сейчас стоит тысяч, поэтому можешь, в принципе, взять ее. Но я выбрал все-таки Fujifilm X-T4, посмотрим, как будет дальше, буду разбираться в ней, в настройках, как что делать, как что снимать. Это видео подходит к концу. Подписывайся на канал, здесь канал про животных, про собак, так что обязательно подпишись, не проходи мимо, и, конечно же, поставь большие пальцы вверх. А с вами был Денисыч, всем удачи и всем пока!